Премьера. Быть женщиной в наше трудное время довольно непросто. Вот наша большая дружная семья. Мы хотим сделать вас абсолютно счастливыми. Гораздо сложнее быть красивой и наполненной радостью. Скажи, красиво, мама? Тебе нравится? А вы звали супруга? Да, я сказала, возьми меня. Но как же хочется стать просто счастливой и любимой. Очень полезное упражнение. Это освежает отношения в семье. Чтобы быть красивой, нужно обязательно быть любимой. Кто знает ответ на этот непростой, извечный вопрос? Так что же такое женское счастье? И где его искать? У нас в программе «Женское счастье». «Женское счастье» с понедельника по пятницу на ТВ Рус.